Всем большой привет! Сегодня мы будем рисовать летние цветы. Синеглазки, да? Нам нужен желтый цвет. Вот здесь у нас будет такой самый крупный желтенький цветочек. Рисуем три лепестка. Побольше воды я добавляю. Тут будет лепесточек. Вот так идет тут третий лепесточек. Три лепесточка. Так, и, например, у нас будет сбоку еще вот тут такой не распустившийся, да, еще бутончик. Далее я беру фиолетовую краску, тоже побольше воды добавляю и рисуем здесь сзади на заднем плане лепесточек. Вот так вот он выглядывает. Один. С этой стороны выглядывает еще один. Таким образом. Ну вот потом сделаем им немножко форму, да. Так. Дальше намечаем. Здесь будет еще фиолетовый цветочек. Вот рисуем три лепесточка. Здесь оставляем вот под желтую часть центральную. И здесь вот лепесточек у нас будет. Так. Теперь я немножко сюда добавлю такого бордовенького. И сзади у нас будут уже вот такие вот лепесточки. Такой и такой. Здесь у нас будет вот тоже фиолетовые лепестки не распустившегося, да. И здесь, например, можно наметить тоже такой маленький бутончик. И здесь будут, ну, к примеру, покрупнее бутон. Тоже не распустившийся. Такой вот. А здесь мы сделаем лепесточек желтенький. Вот таким образом. Теперь я возьму кисточку потоньше и нарисую, собственно, стволы у них, стебельки. Так. С водичкой разбавила. Собственно, а у нас здесь идут вот такие листочки по форме. Чуть-чуть больше зеленого надо. И вот так вот выходит наш цветочек. Здесь он вот так идет, к примеру. Здесь он тоже вот спрятан за цветочек. Вот этот здесь мы нарисуем такие листики. Сейчас зеленого немножко больше надо взять. Вот листочки у нас идут. И вот так вот он уходит. Так, ну нам больше не надо. Сейчас добавим единственное. Ну, наметим листочки. Я кисточку покрупнее возьму. Зелененькие, да, композиционно. Где у нас? А, я забыла. Вот у нас еще есть такой маленький цветочек. Вот у него листочки так идут. И, собственно, стебелечек вот так. Ну, он у нас далеко на заднем плане. То есть, как-то... вот бледненький, да? Так, листочки давайте наметим. Например, вот от этого будет идти листок у нас. Немножко сразу сделаю такой заостренный. Вот. Полупрозрачный. В эту сторону вот. Тут на две половинки, да, вот. Разделим. Я буду оставлять белые, да, какие-то участки.
здесь пусть вот так идет листочек. Там, ну, здесь тоже можно. Много я не хочу делать листочков. Ну, давайте еще один. К примеру, и хватит. Вот тут будет. Все. Так. Теперь я возьму, значит, желтый поярче, да, вот добавлю некоторые места. Вот здесь, например, у меня будет такой яркий желтый, да, вот здесь вот поярче, ну вот здесь вот. Куда нам еще желтый нужен поярче? Вот здесь вот он нам тоже пригодится. Здесь у нас будет желтый лепесточек. Ну, собственно, все. Теперь берем фиолетовый цвет. Я его смешаю с бордовым. Вот такой, чтобы у меня цвет получился. Так, и теперь прорисую листочки. То есть они у меня по краю идут фиолетовые. Можно кисточку потоньше взять, чтобы аккуратнее, да, это все вышло. То есть немножко края я смягчаю. И вот так вот у меня сюда уходит этот лепесточек. А здесь же у центра, здесь вот такая темная часть самая. То есть она достаточно темная. И вот здесь оставляем желтый. А вот здесь такие вот штрихи делаем. Вот. Сюда дальше уходит форма, такую капельку как бы закрывается. Вот такого рода вот цветочек. Здесь можно немножко покруглить, покруглее, да, у него форма идет. Вот здесь несколько полосочек я оставляю. Ну, то есть уже контрастнее, да, прорисовываем. Вот такая у нас будет форма лепесточков. Дальше тоненькой кисточкой здесь вот по краю. Немножко более фиолетовый должен быть. Вот он вот так идет сюда. Здесь то же самое. Вот. Так, у нас идут лепесточки. Здесь я сразу сделаю потемнее задний лепесток. То есть такая теневая часть, контраст, чтобы был побольше. Вот так вот. Еще темнее, да? И вот здесь у нас идет фиолетовый, вот такой волнистый достаточно лепесточек. И я вот размою немножко, да? То есть, чтобы плавный переход был. Вот такой лепесточек у нас. Собственно, с этим все то же самое мы делаем. Вот я прорисую вот эту вот волнистую часть. Здесь вот потемнее будет. Эти лепесточки тоже вот немножко фактурно. Ну, вернее, волнистый край такой порванный имеют. Вот здесь вот мы сделаем такой плавный переход. Мне нужно еще взять вот фиолетовый с бордовым. Вот с этой части такие вот нам нужно прорисовать, ну, узор, да, на листиках. И с этой стороны вот такой узор будет. Вот листики так идут. Вот такой план. Здесь можно немножко вот тоже водички добавить. Так.
Так, мне хочется больше немножко фиолетового вот сюда добавить, чтобы они немножко потемнее были, задние листочки. Вот такого плана, да. И водички я добавлю. Так, мне кажется, симпатичнее смотреться будет. Вот. Собственно, прорисовываем вот этот бутончик тоже. Ну, не то же самое, да, он у нас не распустившийся. 10 минут. Но я опять, наверное, запишу длинное видео. Время просто летит. Я так увлекаюсь. Вот такой бутон. А здесь желтый лепесток. Сзади вот фиолетовый, еще не распустившийся. Такие красивые цветы, сочетания, да, вот синеглазок этих. Похожие на бабочек чем-то. Так, ну я пока трогать. Пусть у нас он лучше. Вот такие вот рисуночки сделаем. Подсыхает. Не буду трогать он. Здесь вот. Ой, вот это провал, да? Упал телефон. Так. Сейчас я поправлю, я прошу прощения. Так, что мне не надо? Здесь тоже вот нарисуем фактурку листочком. Так. Ну, собственно, больше не буду прорисовывать. Вот этот листочек так оставлю. Вот здесь, что нам надо? Здесь затемню немножечко. Края вот эти вот тоже сделаем. Ну, там намечу сзади. Так супер детально не буду прорисовывать, поскольку это очень долго. Ну, вы, конечно, можете, сколько вам надо, да, все очень там, более детально сделать, все такое. Сейчас мне надо еще вот этот цветок сделать. Пусть он будет просто фиолетовый. Так, типа ярче просто я сделаю ему края. Здесь вот потемнее будет. Сейчас кисточку я вымою. И все, что вот здесь посередине, вот будет такой у меня плавный переход. Собственно, здесь вот то же самое. Здесь вот бордовым, вот так, смешать немножко с фиолетовым надо. Вот таким цветом я потемнее сделаю. Вымою кисточку. И вот тоже такой плавный переход достаточно сделаю. Возьму кисточку потоньше, нарисую в центре желтым. Теперь мне нужно потемнее, да? Вот здесь лепесточки. Ну, я уточняю, собственно, края, да? Здесь вот такие вот полосочки затемнения сделаем. Здесь все то же самое. Потемнее будет. Здесь вот так вот это все уходит. Вот по краям немножко мы сделаем все, что нам надо. С этого... Здесь то же самое, собственно, ну, там, такого рода. И по центру. Все, теперь я немножко затемню стволы. Что у меня слишком бледное, да? Немножко вот акцентов на листве сделаю, да, вот какие-то вот теневые части. И будем на этом заканчивать наш сегодняшний рисунок. Так. Оп. Так, возьму кисточку потолще и такой цвет бирюзовый возьму.
добавлю сюда. Немножко, конечно, можно так наметить темным цветом. Но тут должны листья подсохнуть, да, вот фактурку листочков. Резьбу у них как бы тоже резьба, да, будет. Это все можно сделать, конечно. Ну, давайте там еще одну минутку я порисую буквально. Какие-то заострения, да, на листиках, то есть более острая часть будет симпатичнее смотреться. Единственное, что, ну, это не должно быть так резко. Там еще кто-то так активно сигналит за окном. Вот тут я размазала. Надо это убрать. Некрасиво совершенно смотрится. Сейчас вот этот листик подправлю и буду... Ну, как бы на этом остановлюсь. Можно, мне кажется, тут еще очень-очень долго рисовать. Конца края не будет. Так, добавлю буквально чуть-чуть... Так, я камеру поправлю. Желтых и фиолетовых брызгов. Так, для атмосферности. Ну, чуть-чуть не получилось. Так, ну, фиолетовых тоже добавим. Вот. На этом у меня все. Вот такая летняя открытка. До новых встреч и всем пока-пока!